Всем добрый день! Начинаем мастер-класс по вот такому комбинезончику. Девочки, в последнем видео был выставлен комбинезон шапочкой пинетки в светлых тонах. Это молочный, точнее, был, молочного цвета. И очень много желающих подписчиц попросили мне сделать мастер-класс. Мне пришлось связать по-быстрому еще один комбинезон. Вы видите, он еще не постиран, не отпарен, не убраны даже ниточки. И я спешу с вами поделиться мастер-классом по такому комбинезону. Так как я говорю, что комбинезон был светлых в тонах, этот комбинезон был связан из пряжи, из турецкой, от фирмы NACO. Вот вы видите на экране. Это то, что осталось. Эту пряжу я покупала в первый раз. Мне она очень понравилась. Это 50% хлопка и 50% акрила. Очень вяжется. Вот, очень вяжется удобно, как можно сказать. И костюмчик, изделие из этой пряжи получается очень нежный, теплый. Такой комбинезончик хорошо использовать на выписку. Сейчас у нас становится тепло на улице, и для выписки это как раз самое вот то, что нужно. Начало лета. Вязать мы также будем от 0 до 3 месяцев. Но немножко сейчас еще поговорим об этой пряже от фирмы NACO. Еще раз говорю, что это пряжа турецкая. Значит, производитель этой пряжи нам советует использовать спицы 4-4,5. Но я использовала, как всегда, в своем желании, использовала спицы номер 3. И очень как бы подошли эти спицы. Мне очень понравилось. Если кому-то понравился цвет, чуть-чуть он посветлей. Кажется, здесь на видео в сером как бы, но он как пудровый такой цвет. На экране вы можете видеть цвет, номер цвета и расход пряжи по этому комбинезону. Этот комбинезон также связан от 0 до 3. У меня ушло 2,5 моточка. В одном моточке 100 грамм. Расход пряжи я вам покажу также. Вот вы видите расход пряжи. А это как цвет. Вот 100 грамм. 245 метров. Еще раз говорю, очень понравилась пряжа. Буду покупать еще. Изделие получается как бы нежное, так не вытягивается. Рисунок вы можете найти на моем канале. Я выставляла для светлого комбинезона, так как я не думала, что такой будет спрос и просьба по мастер-классу. Я, естественно, выставила на продажу, и он у меня в интернете простоял где-то минут 20-30, и моментально его купили. И поэтому мне пришлось связать такой же похожий. Но я не хотела повторяться в цвете. Решила использовать другие ниточки, попробовать. И мне очень понравилось, еще раз говорю, очень. Если кто-то захочет и сомневается в этих нитках от этой фирмы NACO, советую всем. В комбинезоне, видите, я сделала петельки под пуговицы. Этот комбинезон вяжется сверху вниз. Реглан также используется, как и в кофточке. Мне нравится прибавление петель в реглане. Но всегда говорю, при платочной вязке он всегда красивый и ровно получается. Рисуночек, значит, вот поближе я вам покажу. Также у меня на комбинезоне сделаны манжеты. Для того, когда у нас малыш растет, вы можете подгибать и также опускать манжет ниже. И он получается чуть больше.
Также манжеты присутствуют внизу штанин. Не обращайте внимания. Я говорю, я его еще не стирала, не отпаривала. Ниточки еще присутствуют, так как спешила с вами сделать мастер-класс. Итак, это было, значит, пряжа Нако. Но мы будем вязать с вами из пряжи Alize Cotton Gold. Это также 100 грамм в одном клубочке. Нам нужно 2,5 мотка. Это хлопок 55%, как вы видите, и 45% акрила. Я также люблю, и из этой пряжи я тоже давно уже вяжу. Вяжу детские вещи, джемпера для взрослых. Мне очень нравится. Изделия получаются красивыми, ровными. Так, производитель нам предлагает использовать спицы 3,5-5. Я буду использовать спицы номер 3, чтобы было аккуратно. Так, и расход пряжи в 100 граммах 330. Вы видите. Изготовлено в Турции. Пряжа турецкая. Показываю еще раз рисунок для тех, кто не видел на моем канале. Можете сделать стоп-кадр, сделать скриншот себе для дальнейшего вязания, так как он нам пригодится. Спицы, я уже сказала, использовать будем номер 3. Спицы круговые, съемные. И понадобится 2,5 моточка. В одном мотке я уже говорила, что 100 грамм. В первой части видео мастер-класса мы начнем вязать сверху вниз комбинезон. Начинаем с горловины. Мы свяжем с вами вверх. Где эта платочная вязка? Вот этот верх, так как он нам пригодится в дальнейших мастер-классах. И я хотела сделать его отдельно. Я вам потом покажу еще один комбинезон. Надеюсь, он вам всем тоже понравится. Но пока сегодня показывать его не буду. Не буду мешать. И поэтому я использовала также верх, как и на этом комбинезоне. Такой же расчет, но использовала другой рисунок. И поэтому в первой части у нас будет как базовая часть этого комбинезона. Прежде чем сделать набор на наши спицы, я вам хотела дать совет. Чтобы никогда наши изделия после стирки и носки, вернее горловина, не вытягивалась, это про горловину я говорю, мы будем делать набор на спицы на 1-1,5 размера меньше. Так как я вам уже говорила, что рабочие спицы у нас будут номер 3, а мы возьмем спицы и сделаем набор на спицы номер 2. Итак, берем спицы и набираем 78 петель. Я набрала на спицы номер 2 78 петель. И первый ряд я хочу провязать на этих же спицах. Я еще раз говорю, в дальнейшем при носке и стирке горловина никогда у вас не вытянется. Давайте провяжем на спицах размер меньше первый ряд. Первый ряд у нас будет лицевым. Вяжем самостоятельно. Итак, я провязала первый ряд. Я уже сказала, что первый ряд у нас был лицевым. Почему вы скажете, что нечетные ряды у меня будут лицевыми? Я вам потом покажу и расскажу еще один свой способ или как лайфхак, как вам угодно. Итак, теперь я второй ряд, это для меня это будет изнаночный ряд. Я беру спицы уже рабочие, номер 3. И второй ряд я буду вязать этими спицами, номер 3.
Итак, второй ряд вяжем самостоятельно лицевыми петлями. Провязала второй ряд. Ряд был изнаночный. Я вам чуть позже еще раз расскажу, почему у меня четные ряды изнаночные, а не четные лицевые. Через несколько рядов я вам покажу и расскажу. Итак, вяжем третий лицевой ряд самостоятельно. Третий ряд лицевой провязан. Вяжем четвертый ряд изнаночный, также лицевыми петлями. И возвращаемся с вами на пятом ряду. Провязали мы 4 ряда. В пятом ряду мы будем делать отверстие под пуговицы. Вам нужно будет определиться, с какой стороны вам нужны петли, а где будут пуговицы, а где будут отверстия. Я буду делать петли под пуговицы с левой стороны. Перед нами изнаночная сторона, лицевая сторона. И отверстие я буду делать с левой стороны. И почему я начала делать изнаночные ряды в четном отсчете? Если правильно, вы можете заметить, это лицевая была сторона. Но мне нужна наоборот вот этот край. Для того, это как бы с изнаночной, но я его переворачиваю, делаю его лицевым. Край. Это начало нашего вязания. Почему? Так как в дальнейшем я, если я захочу вязать крючком, обвязывать горловину или бока, где-то края, вернее, нашего изделия, мне так проще и видно. И вывязывание крючком ажур какой-то, или зубчики, или еще какое вы там захотите, с этой стороны мне лучше нравится. И удобнее вязать, так как вязание платочной вязки и вязание крючком не совмещаются вместе. И хорошо видно платочную вязку и обвязывание крючком. Поэтому я так и попросила вас сделать отсчет. Это получается наша изнаночная сторона. Вы видите, здесь конечек, просто я сильно приблизила, небольшой. А с этой стороны получается край подлиннее, свободный. И поэтому мне удобнее будет захватывать крючком. Обвязывать, вернее, крючком. Ну и, по-моему, довольно-таки лучше смотрится в вязаных изделиях. И он бы как бы край немножко поднимается с этой стороны. И деткам не будет резать шейку. Вы сами можете взять и пощупать. Тем более, это хлопок. Немножко как бы он жестковат, грубоват. Может быть, в моем случае, да. И край поднимается с этой стороны, с изнаночной. Поэтому я вас попросила сделать такой отсчет. Что четные ряды у нас это изнаночные, а нечетные это лицевые. Итак. Будем вязать с вами отверстие под пуговичку. Продолжаем. Продолжаем мы вязать. У нас пятый ряд лицевой. Я думаю, что вы определились, с какой стороны вы хотите сделать отверстие под пуговицу петлю. Я уже сказала, что я буду делать с левой стороны. В конце ряда. Давайте провяжем 70 рядов. Кто будет со мной вязать в левой стороне отверстия? Кто в начале? Вы можете немножко подождать, потом закончить, сделать стоп видео и посмотреть, как делаю я. А потом продолжить пятый ряд. В моем случае я провяжу сейчас 70 петель лицевыми и встречаемся. Дальше будем вязать вместе. Провяжем 70 петель лицевыми. И встречаемся. Провязала я 70 петель лицевыми и продолжаем довязывать с вами пятый ряд лицевой. 71 петля лицевая. Затем у нас нам нужно провязать отверстие под пуговицу. Это делаю я так. Я подхватываю 2 петли вместе
и с наклоном влево провязываю одной петлей. Провязала, делаю 2 накида нахлёст как на правую спицу, и затем с наклоном вправо я провязываю 2 петли вместе. Мы провязали отверстие под пуговицу, петлю. И затем у нас остается 1 лицевая и 1 кромочная изнаночная. Провязали, переворачиваем работу на 6 изнаночный ряд. Первую петлю мы снимаем кромочную. Петля лицевая 1 и петля 2 лицевая. У нас идут 2 нахлёста, 2 накида. Подхватываем ее за заднюю стенку. Подхватили за заднюю стенку и вытягиваем, как бы перекрещивая этот накид, вытягиваем петлю. Провязали первую петлю. Нам нужно провязать еще 1 вторую петлю из накида. Подхватываем за заднюю стенку, перекрещиваем и вытягиваем петлю. Провязали. И затем все петли вяжем до конца 6 изнаночного ряда лицевыми. Шестой ряд, это у нас будет изнаночный, 7 лицевой и 8 изнаночный. И встречаемся с вами на 9 ряду. Вяжем самостоятельно, встречаемся на 9 лицевом ряду. Провязали мы 8 рядов. 9 ряд у нас опять лицевой и 10 изнаночный. Также вяжем самостоятельно лицевыми петлями без изменений. Провязали мы самостоятельно 9-10 ряд. 11 ряд у нас лицевой. 10 рядов у нас ушло на воротничок. 11 ряд. Что нужно для этого? Нам нужно приготовить маркеры, чтобы определиться, где будут рукавчики, где спинка, где передние планки. Я вам приготовила небольшой расчет, показать. Всего у нас 78 петель. Для реглана нам нужны по 1 петли. Я их в счет не писала, по 1 петле. Это от 78 отнимаем 4, получается 74 петли. Нам нужно вязать на кофточку. По 16 петель, это 32 петли. Это у нас будет передняя сторона. 16 одна планка и вторая 16. На рукава у нас идет по 11 петель и 20 петель уходит на спинку. Прежде чем начать вязать дальше, я вам хотела показать. Я буду реглан вязать своим способом, обычным, как мне нравится. Вы, возможно, будете своим способом, как вам нравится, ваш любимый способ. Кто вяжет со мной, продолжаем вязать дальше. Продолжаем дальше вязать с 11 ряда. Ряд у нас лицевой. Первая передняя планка. У нас 16 петель. Первую петлю снимаем кромочную и вяжем дальше 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вместе с кромочной у нас 16 петель. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все правильно. Делаю реглан. Поднимаю петли дополнительные. Как делаю я? Я подхватываю нить между петлями и протягиваю через нее петлю. Подняла петлю, у нас получилось 17 петель. Одеваю маркер, выделяю центральную регланную петлю, провязываю также лицевой, опять одеваю маркер и поднимаю петлю, вывязываю между петлями, подхватываю нить и провязываю. И дальше у нас рукав.
1 с петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали 11 петель. Протягиваю еще, поднимаю одну петлю. Подхватила нить, провязала петлю. Одеваю маркер и провязываю центральную регланную петлю лицевой. Провязала, одеваю маркер. Дальше у нас 20 петель спинки. Но прежде нам нужно еще сделать дополнительную петлю. Подхватила и провязала. И еще вяжем 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Нам нужно сделать прибавку. Поднимаем нить и провязываю петлю. Провязали, одеваю маркер. Выделяю как бы центральную регланную петлю, провязываю ее лицевой, затем опять одеваю маркер и довязываю еще одну петлю. Провязала 11 петель у нас рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Поднимаю еще одну петлю, добавила, одеваю маркер, регланная петля, опять одеваю маркер, довязываем еще петлю. Довязали, и у нас должно остаться 16 петель передней планки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 петля это кромочная, провязываем ее изнанкой. Вот так у нас получилось. Спинка, 2 рукавчика и передние планки. 12 ряд. Ряд у нас изнаночный. Здесь мы будем начинать вязать с вами росток. Девочки, хотела немножко отступить от вязания и хотела пояснить сразу. В описании я не буду писать по петельной, как мы вязали с вами сейчас росток, так как некоторые вяжут своим способом. Мне писали тогда в комментариях, можно я буду своим. Я говорю, конечно, можно. И поэтому я думаю, что не стоит. Я вам, конечно, покажу на этой кофточке пример, как я вяжу попетельно, но в описании этого не будет. Если кому-то не будет понятно, как мы связали росток, вы можете пройти в мастер-класс по вязанию кофточки, там есть описание этого ростка. Но обратите внимание, что там был набор 70 петель, здесь у нас идет 78. Мы с вами провязали 11 ряд. На 12 ряду мы начинаем вязать росток. И 12 ряд я опущу как бы этот ряд. Я вам скажу, когда он закончится. Но мы с него будем начинать вязать росток. Итак, как вязать росток? Первая петля у нас кромочная. У нас 12 ряд. Это ряд изнаночный. Снимаем первую петлю кромочную и вяжем до маркера. Петли все у нас лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17. Провязали 17 петель. Маркер переснимаем на правую спицу. Здесь у нас идет центральная петля реглана. Мы ее не провязываем, снимаем и нить перед петлей. Всегда в моем случае регланная петля центральная, я ее не провязываю с изнаночной стороны. Я ее перекидываю, и нить всегда лежит сверху. Затем у нас идет маркер, мы его также переснимаем и вяжем рукавчик лицевыми петлями. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Это был рукавчик. Маркер переснимаем. Нить перед петлей регланной. Петлю мы также снимаем. И переснимаем маркер следующий. И вяжем лицевыми петлями нашу спинку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 петли спинка. Маркер переснимаем. Центральную петлю реглана также снимаем, не провязывая, нить сверху. Второй маркер переснимаем. Здесь, смотрите, провязываем одну петлю, это у нас идет рукав, мы делаем подъем спинки. Одну петлю провязали лицевой, вторая петля у нас будет не провязанная. Мы ее также переснимаем и обвиваем эту петлю, чтобы не образовались дырочки. Одеваем маркер на правую спицу, обвили. Вторую петлю мы сняли, не провязывая, которую мы обвивали. Следующая у нас идет петля лицевая. Здесь у нас реглан, лицевая сторона. Мы делаем подъем петли, прибавляем петлю регланную. Подхватили нить, через нее протянули петлю. Затем одеваем маркер. И центральная петля реглана, мы ее провязываем лицевой. Провязали, маркер пересняли. Это у нас уже спинка, нам нужно прибавить в реглане. Подхватываем нить и протягиваем петлю лицевым. И затем провязываем до следующего маркера, до следующего реглана. Петли все провязываем лицевыми. Довязали до маркера спинку. Здесь реглан, нужно поднять, прибавить петлю, подхватили нить, через нее протянули петлю и маркер переснимаем. Как бы выделяем мы регланную петлю центральную. Эту регланную петлю мы провязываем лицевой. Провязали, маркер пересняли. Здесь у нас рукав уже идет. С левой стороны нужно добавить петлю, подхватили нить, провязали лицевой, затем провязали вторую петлю лицевой, третья петля у нас получается, мы ее не провязываем, обвиваем, ее также переснимаем на правую спицу, обвиваем, переворачиваем нашу работу, одеваем на правую спицу маркер и снимаем петлю третью, которую мы обвивали. И затем по рисунку две петли у нас идут лицевые. Маркер пересняли, центральную петлю пересняли, так как это изнаночная сторона. Нить сверху петли, пересняли второй маркер
и вяжем спинку лицевыми до следующего реглана. Давайте провяжем самостоятельно и встречаемся возле реглана. Довязали до реглана спинку, так как это у нас изнаночная сторона, еще раз говорю. Маркер. Ну, можно маркер, в принципе, уже снять. Здесь, так как видно центральную петлю реглана, чтобы они нам не мешались, мы можем их снять. Центральную петлю мы переснимаем. Маркер можно убрать. Ее видно уже, этот реглан. Так как я еще раз говорю, что это у нас изнаночная сторона, и центральную петлю мы не провязываем. Затем вяжем до маркера лицевыми. Раз, два, три. Третья петля — это была та, которую мы обвивали. Затем убираем маркер в сторону. Провяжем еще две петли. Провязали две петли лицевые. Нить сверху, вы видите, протягиваем третью петлю, мы ее не провязываем, просто обвиваем, переворачиваем нашу работу, одеваем маркер и вяжем петлю, которую мы обвивали, не провязываем, ее только одеваем на правую спицу, и затем у нас идет 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых, перед нами лицевая сторона, значит, мы протягиваем, добавляем петли в реглане. Добавили петлю, регланную петлю провязали, добавляем еще одну петлю и вяжем спинку дальше лицевыми до следующего реглана. Все петли лицевые. Еще раз говорю, что на нас смотрит лицевая сторона. Здесь мы делаем прибавки в реглане. С изнаночной стороны мы только снимаем центральную петлю, не провязывая. Так, девочки, я убираю маркеры, чтобы они нам не мешали. Добавляю петли в реглане. Возможно, у вас свой реглан. Вы вяжете своим способом реглан. Я делаю так. Кто вяжет вместе со мной, вяжем вместе со мной. Провязали регланную петлю. Маркер я пока уберу, чтобы он не мешал. Добавляю еще одну петлю в реглане. Это у нас в рукаве уже получается. И вяжем до маркера. Это у нас идет росток. Петлю, маркер пока в сторону убираем. Нужно провязать дополнительно 2 петли, прибавить, провязать. И третью петлю мы обвиваем, снимаем. Обвиваем, не провязывая, переворачиваем нашу работу, одеваем маркер, чтобы мы видели, где заканчивается ряд нашего ростка. И вяжем лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть петель привязали. Центральная петля реглана, мы ее снимаем и вяжем спинку. Давайте провяжем самостоятельно до красного маркера. Это у нас, где заканчивали с вами реглан. О, извините, росток. Реглан у нас здесь, не забываем, что мы с изнаночной стороны реглан не прибавляем петли, а снимаем петлю центральную. Я довязала до маркера, осталась у меня одна петля. Я ее также провязала. Лицевой маркер снимаю. Сняла маркер, добавляем 2 петли, провязываем, и третью петлю мы обвиваем. И так каждый раз. С каждой стороны на нас смотрит изнаночная сторона. Петлю снимаем третью, обвиваем и переворачиваем нашу работу. Одеваем маркер. На правую спицу пересняли обвитую петлю. И вяжем по рисунку, не забывая делать прибавки в реглане. На нас смотрит лицевая сторона. Подхватили нить, провязали петлю, регланная петля.
И затем добавляем еще одну петлю в реглане. Вяжем спинку. Петли у нас лицевые, сложного ничего нет. Довязываем до красного маркера самостоятельно и подключаемся, будем вязать дальше вместе. У меня осталось 3 петли перед красным маркером. Это где мы закончили ряд ростка. Маркер пока убираю в сторону. Провязываем, добавляем 2 петли. Следующую, третью петлю мы просто снимаем, обвиваем, переворачиваем нашу работу. Одеваем маркер. Это изнаночная сторона. Сняли петлю обвитую, не провязывая. И вяжем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это у нас 10 петель получается. Ростка уже мы провязали от рукава. Регланная петля мы не провязываем, снимаем. Спинка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 петель. Это у нас уже спинка. Мы уже сделали прибавки в реглане. Петлю реглана мы снимаем, не провязывая, нить сверху петли. Затем идет у нас уже рукав, это росток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11. Довязали мы до маркера. Маркер убираем в сторону. Прибавляем еще 2 петли. 2 петли провязали. Следующую петлю снимаем, не провязывая, и переворачиваем нашу работу. Одеваем маркер. Одели маркер, сняли обвитую петлю. И дальше мы вяжем. Это лицевая сторона, петли лицевыми, прибавки делаем, прибавляем петли в реглане, вяжем до маркера самостоятельно. У меня осталась последняя петля, я ее провязала, маркер в сторону убираем, добавляем еще 2 петли, провязываем, и следующая у нас третья обвивается, не провязываем, мы ее снимаем и переворачиваем нашу работу на изнаночную сторону, одеваем маркер. Одели маркер, петлю мы обвитую сняли, не провязывая, и вяжем лицевыми петлями изнаночную сторону. И не забываем, что центральную петлю реглана мы не провязываем, а только снимаем. Кто вяжет свой реглан, вяжите своим способом. Так, центральную петлю я сняла, нить сверху у меня перед петлей. Дальше идет спинка. Вяжем до маркера самостоятельно. Дальше мы встречаемся вместе. Так, я включаюсь. Довязала я спинку и половину рукава. Остается у меня петля. Провязала. Обвитая петля. Провязала. Маркер снимаю. Убираю в сторону. У нас остается перед регланом 2 петли. Мы их также провяжем лицевыми. Как только мы сняли маркер от ростка. Переснимаем маркеры. У нас здесь реглан. Регланную петлю мы не провязываем, снимаем. Опять передеваем на правую спицу, снимаем маркеры. Смотрите здесь внимательно. Провязали одну петлю. Вторую петлю мы здесь не провязываем, а обвиваем.
и переворачиваем нашу работу. Перевернули, одели маркер, обозначили, где закончили вязать росток. Вторую петлю мы снимаем, которую мы обвивали, не провязывая. Затем у нас остается одна петля перед маркером. Это у нас лицевая сторона, нам нужно сделать прибавки в реглане. Провязали петлю и сделали прибавку. Сделали прибавку. Здесь мы уже видим регланную петлю. Маркеры можно убрать. Затем у нас центральная петля реглана. Мы ее провязываем лицевой. Убираю маркеры и делаю прибавку в реглане. Подхватила нить, протянула петлю добавочную. И затем вяжем рукав дальше. Вяжем до маркера, где мы закончили вязать росток. Давайте провяжем самостоятельно, не забываем делать прибавки в реглане и встречаемся. В моем случае это красный маркер, где мы закончили вязать росток. Довязала я до красного маркера, где мы закончили вязать росток. Маркер пока убираю в сторону. У нас остается после маркера 2 петли. Мы их провязываем также. 2 петли у нас идут лицевые. Встречаемся как раз реглан и маркеры от реглана. Мы можем их убирать в сторону. Здесь у нас центральная петля перед нами. Мы делаем прибавку в реглане. Провязываем лицевой центральную петлю реглана. Маркер можно убирать. Затем с левой стороны мы делаем прибавку возле реглана и провяжем одну петлю, вторую. Третью петлю мы обвиваем, не провязывая. И переворачиваем нашу работу. Одеваем маркер, третью петлю, которую мы сняли, обвитую, мы ее также снимаем, не провязывая, и вяжем до маркера по рисунку. Это изнаночная сторона, не забываем, кто вяжет со мной, центральные петли снимать, не провязывая, нить сверху. Вяжем самостоятельно до красного маркера. В моем случае был красный маркер. В вашем случае другого цвета. Маркер снимаю. Провязываем еще дополнительные 2 петли. Третью петлю мы снимаем, не провязывая, обвиваем. Переворачиваем нашу работу на лицевую сторону и одеваем маркер. Сняли обвитую петлю, не провязывая. И дальше. Это лицевая сторона. Вяжем по рисунку. Делаем прибавки в реглане. Я вам уже показывала, как я делаю. У нас уже видно росток, подъем спинки. Давайте вяжем до маркера самостоятельно. И подключаемся, будем вязать вместе. Итак, я довязала до маркера. У меня осталась одна петля, мы ее провязали. Маркер снимем, он нам больше не понадобится, так как на этой стороне мы последний раз делаем прибавку. Раз, два, две петли провязали лицевой, третью петлю мы обвиваем, не провязывая, и вяжем. Так, петлю мы сняли. Смотрите внимательно. Эту, которую мы обвивали, не провязывая. Теперь мы будем вязать полностью, заканчивать 13 ряд. У нас это... Ой, извините, не 13, 12. 12 ряд у нас был изнаночный. Теперь мы его заканчиваем. Росток, можно сказать, мы с вами уже связали. Так, изнаночная сторона. Петлю реглана снимаем, не провязывая. Вяжем рукавчики лицевыми петлями. Мы начинали с 12 ряда. Теперь мы его заканчиваем. Вяжем по рисунку. Рисунок, здесь все петли лицевые. Центральную петлю мы снимаем реглана, не провязывая, так как это изнаночная сторона.
Затем у нас идет спинка. Еще раз говорю, что это 12 ряд. Мы с него начинали вязать росток и им заканчиваем. В описании так и будет написано, что 12 ряд это росток. Росток вы, возможно, можете связать своим способом. Я вязала своим способом, как мне удобно. Вы можете связать так до 12 ряда, сделать свой росток, связать и вернуться к нам. С 13 ряда будем вязать тогда уже вместе с вами, если кто вяжет свой росток. Кто вместе со мной, продолжаем вместе со мной. Так, рукав я заканчивала вязать. У меня центральная петля регланная, я ее снимаю, не провязывая. И также продолжаю вязать петли лицевые. Это у нас идет передняя планка. Теперь мы довязали до маркера. Маркер мы сняли и вяжем дальше до конца ряда. Все, девочки, теперь мы закончили с вами 12 ряд. Этот ряд у нас был изнаночный. Последнюю петлю кромочную мы провязываем изнаночной и смотрим. Сделали подъем. Сделали подъем, провязали мы росток. Вот что у нас получилось. Так выглядит по кругу. Так, где у нас? Ага, с этой стороны у нас петелька. Сейчас немножко спицы загибаются. Реглан мы уже, минуточку, видим. Ой, реглан, господи. Росток мы уже видим, что у нас все хорошо, все получилось. Так, переворачиваем нашу работу. И продолжаем вязать 13 ряд. 13 ряд это у нас лицевой. Сейчас, минуточку. Прежде чем начать 13 ряд, я вам скажу, сколько где у нас получилось петель. Значит, в передних планках после ростка у нас получилось по 19 петель. На рукавчиках у нас получилось по 21 петли. И спинка от реглана, от регланной петли до регланной петли у нас получилось 34 петли. Петли, которые регланы, я их не считаю. Еще раз говорю. Значит, передняя планка у нас 19 петель, рукава у нас 21 петля и спинка 34. И теперь мы начинаем вязать 13 ряд. Ряд у нас идет лицевой, так как мы начали вязать, и у нас получилось, что все нечетные ряды у нас идут лицевые. Здесь сложного ничего нет. Дальше как вязать. Только не забываем делать прибавки в регланах, в лицевых сторонах. В изнанке мы, если кто вяжет вместе со мной, петли центральной регланы не провязываем. Вяжем 13 ряд самостоятельно. И еще перед тем, как начать вязать, вы будете начинать вязать 13 ряд, я вам еще хотела рассказать, показать на примере уже связанного комбинезона. Мы будем продолжать вязать самостоятельно. Значит, вот эту часть платочной вязки, которая у нас связана, верх комбинезона. Мы заканчиваем вязать как раз до тех пор, платочной вязкой до начала рисунка. Это будет
заканчивается реглан. После того, как мы будем вывязывать каждый рукав, мы переходим в рисунок. Эту часть я уже говорила базовую, так как я приготовила еще для вас один комбинезон с другой вязкой, но верхняя часть тоже самое вяжется, также по этому мастер-классу. И поэтому в этой части, в первой, я сказала, я буду вязать только базу, чтобы использовать эту часть мастер-класса и в других вязаниях комбинезончиков. Прежде еще раз, чем продолжать вязать, я вам хотела примерно сказать, сколько у меня получилось. Значит, от края шеи до заканчивания реглана у меня получилось здесь 9 сантиметров, где-то 9,5 сантиметров. С этой стороны также. И также получается у меня верхние передние планки. Будем вязать самостоятельно эту половину и опираться, сколько точно рядов нужно связать платочной вязки. Будете смотреть в описании, в закрепленном комментарии. После того, как мы свяжем верхнюю часть комбинезона, мы переходим во вторую часть. И будем уже провязывать рисунок. Кто еще не видел, рисунок у меня есть в видео со светлым комбинезоном. Вы можете также посмотреть, пройти в это видео и разобраться, кто еще не видел. Посмотрите, чтобы легко вам было вязать вместе со мной этот рисуночек. Посмотреть схему, посмотреть, какие петли как вяжутся, чтобы было удобно и легко продолжать вязать этот комбинезон вместе со мной. На этом эту часть, первую часть, я заканчиваю. Всем спасибо. Если кто что-то не понял, вы также можете писать в комментариях. Я всегда отвечаю. Всем спасибо за лайки. Не забывайте подписываться, кто не подписался. И поставить лайк, кому понравилось это начало мастер-класса. Девочки, большое всем спасибо за ваши теплые слова, которые вы уже написали мне в комментарии. Ни одного комментария плохого не было, ни одного комментария я не удаляла. Все были очень теплые комментарии с такими пожеланиями. Всем большое и огромное спасибо. Будем вязать вместе со мной, будем вязать вместе. Я уже обращалась к тем, кто уже связал прошлый комбинезон, присылать на мой email. Я буду создавать видео. Уже одно видео вышло с фотографией нашей подписчицы. Был связан костюм. Мы вязали кофточку и комбинезончик. Было замечательно связано. Я не помню уже сейчас, как ее зовут. Она мне прислала тоже на электронную почту фотографии. У кого есть желание, присылайте. Мы будем создавать дальнейшее видео. По этому комбинезону все, что вы вяжете по моему мастер-классу, присылайте на мою электронную почту. Всем спасибо, до скорой встречи во второй части. Пока!